Здравствуйте, меня зовут Каролина Богдан. Мне 11 лет. Я учусь в школе номер 8. Играю на фортепиано, танцую и пою в вокальной студии «Шанс». Хочу пожелать другим участникам удачи. Для меня главное не победа, а участие. Она лелеяла тебя, любя. Она ночами не спала и за улыбкой слезы прятала. Молчанием тихо плакала. Она гордится каждый миг тобой. Сердце связаны судьбой, хранила нежно и любя, рядышком идя, мамы навсегда. Мама моя, я жива любви твоей благодаря. Мама моя, время словно ветер, мама моя, и стирают краски, годы летят, но для меня ты молода. Да, я обниму тебя. Не знала, как вести, но ты вела. Ты не судила, но ждала. И сердце искренность твою возьму, силу, доброту, своей улыбки мне секрет. Ты живешь мечтой, и вера крепкая твоя ведет меня, любя, сквозь дождь и ветра. Мама моя, я жива любви твоей благодаря. Мир не страшен для меня. Я лечу с тобою, мама моя. Время словно ветер, мама моя. И стирают краски годы летят, но для меня ты молода. Люблю тебя. Очень сильный эмоциональный отклик у меня вызвал этот номер. Мне кажется, что очень грамотно продумано все. Очень красивый голос у тебя, очень
красивая пластика, и все вот это вот вместе, вкупе, действительно очень сильный эффект и очень сильное впечатление. Спасибо. Знаешь, мне, я не сказал, что эта песня, она немножко старше, потому что сложно в твоем возрасте сказать, за что ты любишь маму. Ты за то, что она мама. Вот она такая. Песня немножко другого плана, она была бы тебе ближе, хотя вокал у тебя прекрасный. Я сначала думал, вот это будет скрипочка мешать немножко, но как-то потом ты смогла все внимание обратить на тебя, и мы про нее забыли. И в то же время, вот, может быть, есть смысл вам поговорить, ну, может, с работниками РДК, с кем-то, светом поиграть. Вот здесь светом очень бы хотелось дополнительно что-то давать, какую-то группу поддержки не стоило, а вот светом поиграть можно, потому что когда ты спела радостную песню маме и пошла, прыжочки твои, хореографические попыточки такие, ну вот, вот ребенок, детство вот такое. Ведь для нас, взрослых, самое счастливое время, которое мы прожили, это было детство. Поэтому хотелось бы вот немножко светом подыграть. Это я для чего говорю? Для того, что в следующем туре выступил еще. Спасибо. Впечатление отличное. Мне понравилось выступать, и мне очень понравилось слушать, какие мне оценки будут и мнение о моем выступлении. А ты согласна с теми оценками? Да, конечно. А ты сама считаешь, хорошо выступила? Я считаю, что у меня все удалось. А вот в номере ты пела, и тебе аккомпанировали на скрипке. А почему ты решила именно так сделать номер? Мне показалось, что это будет как-то нежно смотреться. И какой-то, чтобы не только вокал был, а чтобы мне подыгрывали. Я всегда этого хотела. А ты давно занимаешься вокалом? Занимаюсь вокалом я очень рано, но так профессионально я начала заниматься вокалом с первого класса, то есть 5 лет. А ты уже занимала какие-то места? Да, я занимала места на разных конкурсах, на разных фестивалях. А ради чего ты пришла на этот конкурс? На этот конкурс я пришла ради того, чтобы попробовать себя в новом проекте.